Всем привет, с вами Филипп. Сегодня я вам расскажу пару вещей. Я сначала вас поблагодарю. У нас уже 710 подписчиков, слишком быстро. Недавно только было 600, и, кстати, это было 11 дней назад. Я уже писал сценарий для нового видео, а тут уже у нас 700 подписчиков. Вот, я не успела его доделать. У меня уже много видео запланировано, как трек про Энерда. Я вам покажу несколько только кадров, потому что, ну, не хочется все рассказывать. И без голоса. Сама музыка уже готова. Ну, короче, смотрите. Это были такие моменты, как анимация и место, где будет происходить трек. Ну, это, конечно, одно место, где будет происходить трек. Ну ладно, какие видео запланированы, я рассказывать, конечно, не буду. Ну, вы поняли почему, потому что так будет неинтересно. Ну, вы запланированы где-то два. Вот. А вот, а все остальное это пока идеи. Но никак, трек уже готовится. Скоро, наверное, будет уже. И сейчас, как вы заметили, больше всего занимаюсь именно ФНАФом. Потом объясню, почему. Ну, я сейчас сам не могу рассказать. Но почему за все о ФНАФ рассказываю. Все последнее видео это шортс ФНАФ. Ну, короче, скоро будут длинные видео. Не про ФНАФ. А на этом мы закончим. С вами был Филипп. Всем пока-пока.